Цель обнаружена. Место обнаружения здания суда. Найти и обезвредить. На мониторе было видно все, что осталось от внутреннего круга. Прикрой меня, я захожу. На экране так называемый труп Альфреда Уодена поднимался медленно, избавляясь от дремоты, и начал искать жертву среди своих приятелей в стране слепых, и одноглазый будет королем. Я не знал, как у него это получилось, но это был довольно неплохой способ, чтобы отречься от всех своих обещаний. Все, что он сказал, было просто кучей дерьма. На мониторе было видно все, что осталось от внутреннего круга. На экране так называемый труп Альфреда Уодена поднимался медленно из... Последуйте, Арсанта.
А что вы скажете по поводу того, что в данный момент он служит на благо нашего города? Этот крестовый поход зашел слишком далеко. Он неуправляем, это нужно остановить, и это будет остановлено. Это был заместитель начальника полиции Джим Бравура из департамента полиции Нью-Йорка. На столе лежала видеопленка. Николь Хорн шантажом заставляла молчать внутренний круг. К пленке прилагалась короткая записка на дорогой бумаге с требованием денег. Я вспомнил Кэнди Даун, которая записывала на пленку всех своих клиентов. После этого передавала ее вышестоящей особе. Я был уверен, что извращенный секс был одним из грешков, которые числились за Альфредом Воденом. Воден оставил мне подарок. Воден с военной аккуратностью занялся моей подготовкой к миссии. Критические места штаб-квартиры корпорации Acer были обведены на схеме красным. Офис президента расположен на верхнем этаже здания, сразу под ее апартаментами. Лифты управлялись с помощью центрального компьютера охраны, расположенного под зданием. Небоскреб казался неприступным, как крепость. Кажется, что ничто не сможет остановить феноменальный победный марш корпорации Acer. Невероятно, их акции все еще ползут вверх. Обеспокоенные эксперты видят успех компании и угрозу. Некоторые даже осмелились заявить, что корпорация Acer скоро станет более значимой, чем корпорация Microsoft. Thank you.
Давай-давай, бегом! Живым не брать. Найти и уничтожить. Живым не брать. Идем к зоне опасности. Иду в твоих приградах. Иду на переход. Самый лучший боевик, наверное, с Бутчем Кассиди. Солнечный танец, геройская концовка. Выходит с дымящимся стволом. Не слыхал? Нет. Тогда поновее. Обычная подозреваемая. Там Спайси выходит из участка, теряет ногу. Или нет? 7. Там Брэд Питт носит с собой на дело коробку, а там такое. А я помню, зомби-дебилы из космоса. Там все тонут в крови. Дебилы из космоса, там все тонут в крови. Зря я затем. Дебилы из космоса, там все тонут в крови. Зря я затем.
Мне снилась месть, эти сны всегда были кошмарами, я был уже так близко к цели, но постоянно проваливался. Теперь я был близко к цели, Николь Хорн, мне было нечего терять. Давай, бегом!
Давай, давай, бьем! Давай, бегом!